Техника против погоды. Минувшей ночью убирать снег вышла целая армия машин. Грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы. Всего 145 единиц. В первую очередь расчищают основные магистрали, затем второстепенные. Сначала производится подметание специальными дорожными машинами, КДМ-ками. Далее формируется вал автогрейдерами. И уже непосредственно производится вывоз снега. За одну только ночь с улиц города вывезли почти 6 тысяч кубов или по-другому 2000 тонн снега. После расчистки магистрали в ход пошли реагенты. Дорожники подчеркивают, что работают сейчас в круглосуточном режиме. Ночные бригады утром сменяют дневные. Основная задача последних – убирать снежные валы, что оставили службы за ночь. Особое внимание уделяют также расчистке тротуаров. После того, как прошла техника, за лопаты берутся дворники. 150 человек вручную расчищают парковки, пешеходные переходы, лестничные марши и транспортные остановки. И техника, и люди задействованы не только для уборки снега, но и спальных районов города, особенно индустриального. У нас сегодня вышло 16 единиц техники в день и 5 наемных. Мы убираем остановочные площадки. По центральным улицам это Павловский тракт, Георгия 50 лет, Сухобатора, Малахова, Взлетная. Убирают снег и в общественных зонах Барнаула, скверах, парках, на площадях. Не забывают и о пригороде. В поселках, говорят специалисты, в снегопад работает вся необходимая дорожная техника. Елена Макаренко, «День с толком».